Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с патентной системой налогообложения. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизиты которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен правительством Российской Федерации. И в этом законопроекте содержится достаточно много поправок, которые в целом можно разделить на три блока. Первый блок составляют поправки, которые вносят изменения в содержание видов деятельности, которые подпадают под патентную систему налогообложения. Ну, изменений достаточно много, я бы хотел сосредоточиться на наиболее популярных видах деятельности. Так, например, изменяется формулировка, связанная с деятельностью по сдаче в аренду имущества. Ну и на слайде вы видите старую и новую формулировки. Кроме того, изменяются условия для применения патентной системы в связи с розничной торговлей, а также в связи с деятельностью общепита. Так, предлагается увеличить размер зала обслуживания с 50 квадратных метров до 150 квадратных метров. То есть, значительно больше людей сможет применять патентную систему налогообложения. Следующий блок поправок, он, можно сказать, вводит новые виды деятельности. Но здесь нужно уточнить, что на самом деле многие так называемые новые виды деятельности, по сути дела, старые. Дело в том, что в одном из пунктов нормы, которые устанавливают виды деятельности, подпадающие под патентную систему налогообложения, было перечислено достаточно много видов деятельности. И законопроектом предлагается многие из этих видов деятельности включить в отдельные пункты статьи. Но здесь следует заметить, что также есть и новые виды деятельности в действительности, то есть которые ранее не подпадали под патентную систему налогообложения. Наконец, третий блок изменений связан с возможностью уменьшения суммы налога, которая уплачивается в рамках патентной системы налогообложения. Так, при определенных условиях сумму налога можно будет уменьшить на страховые взносы, пособия, которые выплачиваются в связи с временной нетрудоспособностью, ну и также можно будет уменьшить на суммы взносы, связанные с добровольным личным страхованием. Таким образом, индивидуальным предпринимателям, которые применяют патентную систему налогообложения, необходимо обратить внимание на данный законопроект. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!